Движок взорвался. Друзья, всем привет. В этом ролике мы разыграем игру BMG Drive. Что нужно сделать? Лайк, коммент, подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напишите мне в Дискорде, в Телеграме, ВКонтакте и забирай свою игру BMG Drive. Всем успехов! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение, и сегодня мы играем BMG Drive, первая серия вам очень понравилась, поэтому я незамедлительно записываю вторую часть, и сегодня у нас еще круче карта, чем первая, здесь очень много классных испытаний, горок, проезд по бревнам, где увеличивается расстояние, если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Первое у нас испытание, где бревна очень маленького размера, проверяем, что получится. О, увеличилось. Походу, что-то резко увеличилось. Отлично, как я и хотел, 90. Уже получше, скорость не падает, соточка. Так, отлично, отлично. 106, сейчас резко начнет увеличиваться. Все колеса подлетали. Одно заднее колесо осталось. Ого, он рвет. 90. Летим, скорость увеличивается. Отлично. Вообще не чувствуется, что мы летим по бревнам. А нет, тут почувствовалось. Ох, мне кажется, как джип где-то проехал приблизительно. Ну что, очередная попытка с более большой скоростью войти на эти штуковины. Буду говорить бревна. Ну не бревна, а палки. 135. Ой, немножечко слетел. Ох, 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 вот это зацепило. Так, последняя попытка на этих бревнах. И идем на следующее. Там, где более больше размер. Но сейчас мы далеко должны проехать. Ну, медленно. Машина медленная, серьезно. Надо было прям вот очень быстро взять. 160, скорость увеличивается. Хорошо, едем. Вот прям в этот раз прям рекорд поставил. Мне кажется, я сегодня даже доеду до конца. Ну что, пробуем на бревна, которого большего размера. Мы взяли быструю машину, но есть большой минус, что у нее очень низко бампер. Надеюсь, я не сильно его поломаю. С первого же бревна. Так, 50, 170. Да что ж сразу, на видите, бревна очень жесткие. Так, отлично, уже сотка. Летим. Отлично. Вот, смотрите, о чем я говорил. Разница в бревнах и уже. Так, не слетаем. Под рулевым даже получается еще рулевать. Хорошо, машина себя показывает. Отлично, ребята. Отлично. Ну, максималка, 190. Я знал, что я в этой серии я доеду. Наконец-то это свершилось. Машина, молодец. Так, осторожно. Они еще сливаются с картой. Отлично. Это чинится. Это тоже. А, прикольный съезд. Я еще думал, он такой коротенький. Да нет, от этого достаточно, чтобы ваша машина развалилась. Мне кажется, это возможно пройти. Но починить уже невозможно. Ну, доедем до низу. Посмотрим, что с нашей машиной останется. Отлично. В принципе, вообще пакетос. Нет, она уже не заводится. Так, сейчас попробуем очень аккуратно проехать. Так, аккуратненько. Так, а машина вообще почему-то это не тормозит. Ну все, опять то же самое. Наша песня хороша. Начинай сначала. Так, пока моя машина падает. Это можем даже со стороны, кстати, наблюдать. Эпические кадры. Ничего страшного. Так, давайте выберемся немножечко полегче, чтобы прям машина разлеталась не быстро. Сейчас будет, ребята, очень прикольное разлетание тачки. Надо будет другую машину взять, наверное, грузовик. Воу! Кстати, это возможно его полностью пролететь? Чуть-чуть не хватило, да, чтобы пролететь. Машине жопа. Ох ты! Кстати, эту карту я пройду. Так. Пойдет. Стоп, стоп, стоп. Отлично. Все было продумано. Уже это, кстати, что-то я сильно перекрутил. Это было не продумано. Стой, стой, машина, стой. Я тормоз нажимаю. Ух ты. Вот это сольтухи я кручу, неплохо. А, машина, кстати, на полном ходу практически. Ну-ка.
Нет, такое уже не чинится. Ребята, едем на следующий съезд. А, сделаны такие штуки, чтоб я сальтухи сразу начал крутить, когда съехал. Эй, дай заехать. Ого, это прям жестко. Надо было рядом, соседски заехать. Ого. Нифига себе. Что там у нас рядом? Это не видно. Вот это жесть. Ну что, полетели. Блин, я что-то это ожидался немножко по-другому, но ничего, мы, допустим, едем дальше. Ого, я в текстуре застрял, это было жестко. Давайте еще разок, только буду тормоз нажимать. Так, вот это сейчас было контролируемо. Это мы наполовину. Оп, вперед, вперед, газуй, 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 грузовик. Отлично, мы еще целые. Машина на ходу. Бочка сразу была мне не понравилась. Летим дальше, тормоз нажимаем. Колесо я заберу. Так, бензобак еще целый. Отлично. Капот был тоже конченый, перекрашу. Задняя запчасть подберу, брезовик не нужен. Все отлично, тормозим. Все. 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 Грузовику жопа, еще и загорелся. Кстати, грузовик на полном ходу. Так, ну что? Это будет у нас съезд века. На него еще надо, во-первых, попасть. Ой, сейчас надо опять зацеплюсь, да, днищем? Нет, отлично. Я ж могу за контрол взять и потянуть машину. Я вспомнил. Здесь такая штука есть. Подождите, это не нужно. А за что потянуть? Так, блин, это что, оно все разваливается? Да ё-моё. Так, осторожно. Да, полетели. Полетели, полетели. Тихо. Подрулевый. Подрулевый. Да ё-моё, я хочу нейтральную скорость включить. Не получилось. Катимся. Давайте посмотрим, сколько грузовик разгонится на нейтральной скорости. Потому что движок ограничит по-любому скорость. 180. 240. Бум. Офигеть. Это не тот спуск, да? Я перепутал. Это был не трамплин. Ну, было эпичное врезание. Поехали. Вот сейчас будет скорость дебелая. Уклон прям очень серьезный. Давайте проверим за эту штуку. Можно будет машину приподнять? Так, осторожно. Решающий момент. Главное его не... Давайте мы сейчас сохранимся, чтобы отсюда и прям начинать. Отлично. Глушим. И аккуратненько себя выталкиваем. Что ж такое, жирная корова, а? Да ё-моё, смотрите. Не могу сдвинуть с места, потому что очень тяжелая машина. Но мы сделаем прям с запасиком. Отлично, там все равно была ненужная штука. Да блин, неудачно, блин, с самого начала пошло. Нормально, ну блин, что, соточку едем. Ай, за одним ходом тяжело. Хорошо, ребята. Не получилось, не фартануло. Осторожно. Все. Все, 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 все. Ой, еще буду горячий еще ехать. Горящий убийца-грузовик. Так, 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 так. Паркинг, ё-моё, забываю пресно за него. Ну, машина, ну едь. Что ты там зацепилась? За что? За что она зацепилась, я не понимаю. Ну. Ё-моё, опять не получилось. Грузовик, давай, не подводи меня в этот раз. Да блин, тяжело его скинуть прямо. Тяжело. Осторожно. Осторожно. Так. Так, 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 так. О, полетели. Полетели. Вырулю. Вырулю, вырулю. Вырулил, вырулил. Осторожно. Отлично, ребята, скорость. Прям как у ракеты. 200. 240. Я думал, где-то будет 260. 240 тоже пойдет. Ой, я мог бы прям в колечко залететь. Отлично, летим, мне нравится. Замедляем время полета. Сейчас, когда будем приземляться, я замедлю. Ну что, эпичное падение. Сейчас машину расплющит так сильно. Бу-у-у. Ого, я думал, ее все-таки разломает напополам.
Офигеть, даже непонятно было, что это за машина. Вот это ее развалило. Неплохой был разгончик, неплохой. Ну что, ребята, съезд теперь на легковой машине. Тоже сделал нейтралку, посмотрим, сколько я смогу продержаться. Угу. Угу. Да пошло сразу не так, здесь очень влияет аэродинамика. Даже вот эта штука впереди подогнулась. Машина уже едет как-то как рахитка. Движок взорвался. Офигеть. Давайте еще раз нарочно движок взорвем. Блин, мне понравилось. Смотрите, как это можно сделать. Вы включаете режим реализма и на первой скорости съезжаете. Можете сами проверить, какой есть бимка. Смотрите, как это прикольно. И прям в наушниках звук взрыва такой. А ну-ка. Ну? Есть. И сразу клинит колеса. Офигеть, блин, прикольно. Кстати, довольно это реалистично, мне как кажется. На нейтралочке, едем. Даже заглушим машину. Отлично. 160. Ну-ка, 200. Пойдет, пойдет, пойдет. Посмотрим, что там, для чего эти кольца сделаны. Отлично, 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 все хорошо. Машина что-то начала порыгать. Вот это было сильно. Движок, короче, отсоединился от автомобиля. Ребята, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотрите мои ролики, еще.